Здравствуйте, вы на канале Радости с огорода. Сегодня я вам хочу показать свой лук-порей. У меня их два сорта. Первый — это лук-порей Гулливер среднеспелый и лук-порей Карантанский, среднепоздний. Лук-порей Гулливер был посажен в начале марта, Карантанский был посажен в середине марта. У Гулливера уже была двухразовая стрижка и удобрен он удобрением для рассады. Карантанский только лишь требует своей стрижки и удобрение свое скоро получит. Я хочу обратить внимание на перья. Перья Гулливера, видите, они такие толстые, такие уж как бы мощные. А стебли Карантанского тоненькие, как ниточка. Говорится, им еще набираться сил нужно. С чем это связано? Ну, конечно же, первое — это со сроками посева. Второе — обязательно нужна подрезка лука для того, чтобы формировалась корневая система и в дальнейшем вот у лука-порея начнет быстрее образовываться луковица. В-третьих, обязательно надо удобрять, потому что лук любит удобрение. Любым удобрением для рассады. Чтобы лук-порей Карантанский догнал лук-порей Гулливер, мне нужно будет произвести ту же самую операцию, как и Гулливер. Но ничего, ему зато больше сейчас достанется солнца, солнечных дней, и он догонит Гулливера. Интересно узнать, как у вас растет лук-порей, как вы за ним ухаживаете. Пишите свои комментарии, делитесь опытом. Ну а если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.